Thank you.
сосуда с растительным маслом. Важным шагом в развитии освещения стали свечи и шумоблажения чайных сот и воска. Свечи использовались в различных религиозных традициях и культурах. Они были символами света, который помогает установить связь с высшими силами. Источником искусственного света на основе электричества была дуговая лампа Яблочкова, русского электротехника, военного инженера и изобретателя. Газеты называли уникальное изобретение Яблочкова русским светом. Свечи Яблочкова излучали столько тепла, что в небольшой комнате становилось жарко. Они пользовались для освещения улиц и помещений. И началась большая история использования электрических ламп. 1879 года на Литейном мосту в Санкт-Петербурге сошлись электрические фонари. Это был первый в мире постоянный мост, освещенный электричеством. В годы Великой Отечественной войны многие использовали специальную светотехнику. Дуговые лампы, находящиеся в этой прожекторе, были настолько яркими, что они пользовались в целях обороны для отражения налетов вражеской авиации в ночное время. Открытие новых химических элементов позволило использовать неоновый свет, превратив его в символ 20 века. И достаточно яркий для освещения, он стал отличным инструментом рекламы, благодаря которому ночь наполнилась красками.